Екатерина занимается спортом с 9 лет. Успела попробовать себя в разных боевых искусствах, но по душе девушке пришелся именно бокс. На ринге спортсменка уже третий год. Подход индивидуальный к каждой спортсменке, которая отбирается. А так нагрузки довольно интенсивные, но готовимся, переживаем. До того, как прийти в бокс, Мария занималась спортивной акробатикой. В единоборство пришла по совету отца. Теперь за ее плечами немало побед на соревнованиях. Особенно гордится золотом на чемпионате России. В будущем хочет сначала сделать себе имя в спорте, а позже стать тренером. Как по мне, бокс мне дает уверенность в себе, то, что я не стесняюсь. Я перестала бояться, как можно сказать, сцены, но в ринге я перестала комплексовать, и больше, много чего получается. Тренировки 6 раз в неделю, строгий режим и, конечно же, дисциплина. Чемпионки признаются, их высокие результаты на соревнованиях – заслуга тренера. Нам удалось воспитать уже 2-кратных победительниц первенства России. То есть некоторые из них несколько раз первенство России уже выигрывали. Вот это второй раз. Вот. И вот в этом году удалось девочкам наконец-то на международные соревнования попасть. Девушкам еще предстоит показать себя на нескольких турнирах. После, в конце ноября, Екатерина и Мария поедут в Ереван на первенство мира среди девушек. В этом году мы воспитывали еще одну девушку, выиграла чемпионат Европы, второе место заняла. А до этого не было из Одинцова такого результата. За 3 года мы показали очень хороший результат. Федерация бокса продолжает активно развивать этот вид спорта. В ноябре пройдет турнир, на котором боксеры смогут получить очередной разряд, а на декабрь запланированы международные соревнования. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».